крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «ф». Для владельца имени с буквой «л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Этих людей отличает порядочность, чувство ответственности и трудолюбие, хотя их не назовешь энергичными. Буква «а» в этом имени несет символ первооткрывателя. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Способность растворяться без остатка в объекте своего поклонения – это их сила и слабость одновременно. Ради любви они готовы на все. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Согласное «Ш» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Планета Венера наделяет человека чертами характера, связанными с отношением к семье, заботливостью, ответственностью, чуткостью. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.